У полиции Дубая на вооружении теперь самая быстрая машина в мире – Bugatti Veyron. Скоростная Lotus Evora у скорой помощи. А в Австралии пошли дальше, и теперь местный Макдональдс развозит еду на Lamborghini и Ferrari. Чтобы еду доставили к дому на элитном спорткаре, жители Мельбурна должны сделать заказ минимум на 25 австралийских долларов и отдельно оплатить доставку еще 5 долларов. Но это того стоит. А у нас в стране начались осенние каникулы. Посмотрите, как нужно переходить дорогу по версии двух подростков. Родители, напомните своим чадам, что это небезопасно. А это уже Могилев, без комментариев. Из Гомеля к нам пришло видео горящего автобуса. Водитель успел высадить пассажиров до того, как вспыхнул салон. Выгорели кабина и салон в передней части МАЗа. Пострадавших нет. К наступлению зимы в Беларуси подсветят пешеходные зебры. Установка специальных фонарей направленного действия позволит создать на пешеходных переходах световые коридоры, которые автомобилистам хорошо видны издалека. Отрадно, что такие устанавливают и в Могилеве. Курьезная ситуация произошла на одной из заправок. Мужчина и женщина по очереди вставляли разные шланги в бак автомобиля. Он пытается залить 92-й, она вынимает и ставит 95-й. Он вновь повторяет операцию, она настаивает на своей правоте. Только спустя 10 минут они встретились и разобрались в ситуации. Как вы догадались, девушка просто перепутала свой автомобиль с чужим. В Могилеве заварили мусоропроводы, а в столице истребляют мусорки возле подъезда. Не специально, конечно, но факт. Водитель кроссовера смог развернуться только после того, как совершил небольшое ДТП. Скорее всего, водителя малый стаж вождения. Но все же пора в автошколах во время практических занятий вводить упражнение «Узкий дворик». Ну и напоследок в Беларуси вступила в силу новая инструкция о принудительной эвакуации автомобиля. Если он является препятствием для других транспортных средств, движения и работы транспорта оперативного назначения или дорожно-эксплуатационной коммунальной службы, ждите эвакуатор. Вот только оформить протокол сотрудники ГАИ могут в присутствии водителя либо двух понятых. Паркуйте машины правильно, и никаких проблем не будет. Переобувайтесь в зимнюю резину, соблюдайте скоростной режим и присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово «собачка тут.бай». Всех с прошедшим днем автомобилиста, который продолжаем праздновать.